Погодные условия стали причиной большого количества аварий. За прошедшие сутки на дорогах при Ангаре зафиксировали более 50 ДТП. В них пострадали 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили в региональном МВД. В связи с ухудшением погодных условий на автодороге имеется ледообразование, а также снежный накат. Прошу вас быть предельно бдительными и соблюдать скоростной режим. При необходимости вставать на стоянку для ожидания ухудшения погодных условий.